Правительство Республики Татарстан организовало грант в форме субсидии для образовательных организаций, благодаря чему 12 студентов-медиков Казанского университета, работающих в ковидном госпитале, смогли получить дополнительно к своей зарплате по 7 тысяч рублей. Спасибо, что наши ребята откликнулись. И тот, кто сегодня с нами, работает младшим персоналом, средним персоналом, ординаторы у нас работают врачами. Они имеют документы, которые позволяют им трудоустроиться, а значит, они получают такую же зарплату, ровно такую же, как и каждый сотрудник среднего, младшего звена, врачебного звена, клиники. Студенты отмечают, что они шли работать не для того, чтобы получить дополнительные премии, а для того, чтобы помогать людям. Мне дает, естественно, это моральную поддержку. Я отдаю свою энергию и получаю взамен радость в глазах, улыбки. Иногда пациент капризничает, садишься уже как со своим бабушкой, с дедушкой, начинаешь разговаривать. И, естественно, они уже как-то лучше реагируют, лучше начинают разговаривать. Видно улыбки на их лицах. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.